Хачуха, он же Алексей Новиков, провел розыгрыш своего автохлама, но не очень удачно. Реклама «Большегруз 40 РУС» не помогла. Хачуха рекламу купил у «Большегруз 40 РУС». Тот тоже много чего разыгрывал. Ладно, короче, кто Хачуху знает, Леха Хачуха фуру разыгрывает, ребята. Так что переходите на его канал, посмотрите ролик. У Лехи вышел ролик, и он решил разыграть фуру, так как я разыгрывал вот, Волгу и разыгрывал Приору. Поэтому, кто хочет поучаствовать, переходите к Лехе Хачухе на канал, посмотрите у него ролик, и, может быть, вы и фуру выиграете. Хачуха, он же Алексей Новиков, очевидно, рассчитывал не менее чем на 10 тысяч участников, но не вышло. На момент 22 сентября приняли участие в розыгрыше всего 1500 человек. С розыгрышем, по розыгрышу участников уже в районе 1500 человек. Это радует. Вот. Практически вообще огонь, сумма набралась. Кто калькулятором владеет, может посчитать. Хачуха выглядел очень грустно. Видимо, не собрал денег столько, сколько хотел. Хотел явно больше, а получилось, что даже до миллиона не дотянул. Вот и загрустил. И вот состоялся розыгрыш, но и тут Хачуха выдавливал из себя бодрячка, но явно загрустил. Все-таки ждал большего, а получил 2655 человек участников. Соответственно, по деньгам вышло 1 327 000. При условии, что сам Хачуха заявил, что продать Мерседес хотел за 700 тысяч, то наварил в общем неплохо, более 600 тысяч. Выгодно так разыграл, базара нет, выгодно. Продал бы, хотел продать за 700, никто не захотел. Но видно было по нему, что ждал большего. Трансляцию на ютубе свернул очень быстро, видимо, побежал деньги со счета снимать. Поистине, без лоха жизнь плоха, или лох не мамонт не вымрет. Хачуха, он же Алексей Новиков, эти истины усвоил очень хорошо. Вы можете подписаться на канал Уксус Влог для быстрого доступа к новым видео. А на данный момент это все.